Однажды я решила остаться в России во время каникул. Друзья посоветовали мне подумать о том, где я хочу отметить Новый год. Один друг предложил поехать в Санкт-Петербург, а другой в Казань, а подруга засмеялась и сказала, что дела в шляпе, потому что она уже купила билеты в Сибирь к своим родителям. Я знаю примерный смысл, но мне интересно, при чем здесь шляпа? Фраза «дело в шляпе» означает, что все сделано или близится к успешному завершению. Существует несколько теорий происхождения данного фразеологизма. Согласно первой, в XIX веке иногда для решения каких-то вопросов люди клали деньги чиновникам шляпы. Вторая теория гласит, что во время отсутствия почтовых служб специальные гонцы клали важные документы внутрь своей шляпы. Так все самые важные дела находились в шляпе. Также иногда происхождение данного выражения объясняют тем, что раньше люди вытаскивали из шляпы права на такие привилегии, как покупка чего-либо или торговля. Кстати, слово «прошляпить», которое означает упустить возможность, тоже могло произойти отсюда. А на моем родном языке это выражение звучит так: «кар дёрды».